190 баллов, это на 12 баллов больше, чем у Джессики Дюбе и Брайса Дэвисона, но кого они сейчас, собственно, интересуют, когда такая здесь идет битва? Алена Савченко и Робин Жалковы.
Вот так-так. Алена Савченко и Робин Шелковы, которых мы все так ждали, вдруг, неожиданно. И непонятно, что произошло, и непонятно, что пошло не так. Даже не верится им самим, и понятно, что им этот турнир, в общем-то, ничем и не обязан. И никаких особых фантазий на тему чемпионства на этапе Гран-при в Париже у них, естественно, нет. Но им нужен чистый прокат. А тут просто катастрофа. И, кстати, не в первый раз в их жизни. У них бывают нестабильные штуки. Но, как вы видите, нестабильность их проявляется именно вот на таких вот этапах серии Гран-при. Конечно, Инго наверняка им скажет пару ласковых по этому поводу. Но и каково то, что Мария Мухортова и Максим Траньков чисто сделали свою программу, и они в себе были уверены, а это самое главное, это здесь и есть, быть уверенным в себе, потому что твой соперник может быть и дрогнет, а может быть и нет. Если не дрогнет и все-таки обойдет тебя, ну что ж, ты сделал все, что мог. А если дрогнет, ты выдвинешься вперед. Поэтому всегда только на себя, только на свой максимум, и никого больше нет, потому что, ну, ребят, на спирали. Ну, когда Алена Савченко падала на спирали в последний раз? А помните сезон 2000 года, когда Алексей Ягудин делал спираль в своей программе? Когда он рухнул с этой спирали, ему Татьяна Анатольевна тогда говорила, что «Эх, Леша, со спирали ты еще никогда не падал». И, в общем, всячески над ним хохотал. А он сидел злой и невероятно, и переживал, потому что еще не знал о том, что ему все-таки суждено быть олимпийским чемпионом и так далее. Ну, не был в этом уверен. Так и здесь. Что Алене Савченко спираль? Да ничего, по большому-то счету. Стоит Инго Штойер, там держится за лицо, переживает, глядя на катание Алены и Робина. Ай-яй-яй! Алена ругается на немецком языке. Ну, вообще, конечно, не верится даже. Знаете, я думаю, у них на тренировках даже такого не было никогда. Как сегодня. Невероятное, прелюбопытнейшее событие. Ну что ж, тем не менее, мы увидели их произвольную программу. Короткая программа. В короткой программе они как-то, вы знаете, больше фантазируют, мне кажется. И больше она такой гораздо более яркой вспышкой является, что в прошлом году, что в этом. А произвольная такая более классическая, честно говоря, за вот этими падениями и шоковым состоянием даже как-то я не очень прочувствовал вот эту музыку и все то, что должно было быть в этой программе, подразумевающем образ. Но почувствуем потом, попозже. Интересно, на какое место их поставят в итоге с таким количеством сорванных элементов. Сейчас идет активный подсчет. И что же у нас есть? Ух, 46 баллов. Это меньше, чем у Коняк и Коя. 57 баллов. Это меньше, чем у Мухортова и Транькова. Не стали играть в эти игры. И третье место. Третье место. Они на пьедестале. 174 балла. Но просто проиграть Рене Ину и Джону Болдуину у них не было возможностей. Потому что...